Сегодня понедельник, и топ трейлеров снова тут. Сколько там прошло с последнего выпуска? Больше месяца? Зацените, мне даже оправдываться не придется, потому что все это время я мониторил Reddit, YouTube, сайты на предмет свежих анонсов, и их попросту не было. Ну то есть они были, но в таком количестве, что топ набрать просто не получалось. Возможно, выход консолей нового поколения настолько забил инфополе, что мелкие авторы просто не рисковали что-то выкладывать. Боялись остаться совсем незамеченными на фоне этих обзоров и распаковок Xbox и PlayStation. Но вроде сейчас все потихоньку начало возвращаться к норме, и за последние недели полторы я набрал свежий топ. Как обычно, 5 самых интересных, по моему мнению, трейлеров, и как обычно, я жду от вас фидбэк в виде комментов о том, что вам показалось интересным и что вы добавили в свой список желаемого. Ссылки на все игры найдете в описании под видео. Поехали! Пятое место. Incodia. Point-and-click адвенчура в атмосфере киберпанковского будущего. Мегаполис, управляемый корпорациями, низкий уровень жизни, высокий уровень технологий, в общем, вы знаете. Девочка Тина – дитя бетонных джунглей. Она выросла на улице, и ее единственной защитой всегда был неуклюжий робот Сэм-53. Однажды она узнает о том, что отец возложил на нее важную миссию. С этого и начинаются приключения. Лично мне чертовски доставил визуал игры, отличный цел-шейдинг и подкупающий дизайн, свойственный европейским играм. Find Sim. My fingers are too big to fit in there. Yes. It will give us all we need. Incompetent! The whole lot of you! The world needs you to see this mission through. It's done. Четвертое место. Kingdom of Night. Представьте такую картину. 80-е годы. Америка. Провинциальный городок. Какой-то культ призывает адского сатану, который погружает мир в хаос, и его приспешники утаскивают вашу подружку, живущую в доме по соседству. Что вы будете делать? Конечно же, спасать ее. Вот и главный герой тоже так решает. Авторы обещают экшен-РПГ с кучей персонажей, интересной системой прокачки, побочными квестами. Мы же можем видеть очень симпатичный и детальный пиксель-арт и крутой дизайн огромных монстров. Ну и любопытное совмещение РПГ и атмосферы совсем недалекого прошлого. Что получится на выходе, узнаем весной следующего года. Третье место. Pox.
Игра, которая вполне вероятно блеснет в честь веселья в локальном коопе. Что еще нужно для хорошего времяпрепровождения с другом или подругой, как не две собаки с одним туловищем, пробирающиеся сквозь красочные локации? Каждый из игроков управляет своей собакой, и в основе геймплея лежит физика, которая обеспечит массу забавных ситуаций. Чертовски юморная и красочная игра с какой-то по-милому глупой, но тем не менее оригинальной идеей. Собственно, это релизный трейлер, и ее уже можно купить. Второе место. Fallen Leaf. Информация об этой игре крайне пространная. Герой должен остановить зло, которое пробудилось благодаря ему. Это все, что я понял, но трейлер очень доставил. Куча прикольных оригинальных персонажей, классный пиксель-арт и толковая стилизация под 8-битную графику, в то же время дающая понять, что это современная игра. Жду хороший, красивый платформер с необычными героями и разными стилями геймплея. Ну а по поводу всего остального посмотрим. Первое место. Project Wingman. Ну и не мог я не поставить на первое место игру, которую ждал. Более того, года полтора назад играл в демо и даже застримил его. Чуваки из Sector D2 решили запилить свой Ace Combat с блэкджеком и шлюхом, и, судя по тому демо, кое-что в этой игре вышло даже лучше, чем в прародителе. Ну и, само собой, головокружительный в прямом и переносном смысле экшен, взрывы и огромные летающие крепости прилагаются. Это релизный трейлер, так что, если кто-то заинтересован в этой игре помимо меня, ее уже можно купить.